Лидии Каменевой 73 года, женщина в группе риска. Сегодня она решила прийти на вакцинацию. Говорит, не хочет сама болеть и быть угрозой для других. Прививку перенесла хорошо. Абсолютно никаких проблем, вообще даже ничего не чувствую. Обычно, когда раньше делали какие-то прививки, все как-то что-то ощущаешь, это вообще ничего. В настоящее время в Самарскую область поставили почти 130 тысяч доз вакцины гамковид-вак. Еще свыше 33 тысяч ампул планируется завести на следующей неделе. Вакцинацию проводят в 63 лечебных учреждениях, на базе которых работает 142 прививочных пункта. При посещении осматривает доктор, мы измеряем давление, насыщение крови кислородом, опрашиваем, какие есть хронические заболевания. Если есть какие-то противопоказания, мы даем медотвод. Если нет, у пациента проходит на вакцинацию, и через 21 день он должен явиться на вторую вакцинацию. В регионе привились почти 111 тысяч человек. Свыше 51 тысячи завершили вакцинацию, то есть ввели оба компонента вакцины. Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции. Записаться можно через портал госуслуг, а также по телефонам как поликлиник, так и горячей линии по номеру 122. Мария Елчан, события.